Продолжаю. Так, открылась одна дверца. Я вообще-то она была закрыта. Я закончил предыдущую запись. Эта дверца была закрыта. Захожу в игру. Она открыта уже. А, нет, это как раз. Это значит, я, наверное, просто не заметил. Это же тот итем, который я взял в детской комнате. Ну, значит, судя по двум закрытым еще дверцам, еще две ходки осталось сделать. Минимум, и думаю, что максимум даже до конца игры. Ну ладно. Поехали. А такая, блин. Не хочет открываться. И даже не показывает, что замочек на ней. Просто ничего не показывает, и все. Так, налево. Направо. Интересно, а что посередине? Что может находиться посередине? Лестница какая-то или лифт? Тогда почему? Нету выхода на этот этаж. С лифта. Так, короче. Запарочка. О, каждый раз обходишь новое уже что-то. А вот и дверь. А вот и дверь. На редкость красивая картина в этом доме. Шкафы бесполезные, как обычно. Книжки на полу тоже бесполезные. Эти шкафы тоже бесполезные. Еще раз обойду вокруг. Ой, закрыто, и стемнело еще к тому же. О, выходи. А нету никого. Да включи ты лампу, шутник. Дринк, пьяница. Да я в начале игры сказал, что он пьяница. Забыть легко, а вспомнить сложно. Безумец. Забыть легко. Пьяница. Так, новая картина. Будем рисовать? Нет, рисовать не дают. Хотя... Нет. Бесполезные. О, часы. Бежали. Что там? Еще нет. Это надпись на стене рядом с часами. Время. Еще нет. Время. Время. А это та штука, которая мимо головы пролетела. Типа моей. Все замочки пооткрывались. Вообще все. Выходи куда хочешь.
Опять темнотень. Не столько страшно, сколько глаза просто устают от темнотени. Вот еще потемнее. И вот эту еще выключить. Для полного счастья. Тетка, стой на месте. Красота. Не приставай. Ну, отряхнись. Стало тряхнись, покашляй. Чертыхнись там, я не знаю, в конце концов. Крыса ключик принесла. Не только безобидные, но еще и полезные вот оказались. Фу. Ящички эти вот бесполезные, по-моему. Одни мышеловки. А нижние два вообще не открываются. Блин, как достали эти вот бесполезные. Бесполезные вещи и предметы. А что вот это вот за фигня? Подставка для трубок. Подставка для трубок, по-моему, это, да? Прикольно. Еще и разные трубки. Одна-то воняет там на всю комнату. Куда ни спрячь. Все равно воняет. А если их тут 6 штук стоит, ну это походу просто такая вот как раз курительная комната, ну которые со всех сторон открываются окошки. Прикольно, да, конечно, полазать тут очень даже прикольно. Крыса, я свой. Не убегай, я свой. И вообще крысы не пищат. Чё ты пищишь-то, дурында? Крысы не пищат. Хорош прикидываться. Крысы пищат только когда... дерутся друг с другом. Или если их мучить начать, они чуть-чуть. Но в основном они... Нет, если их начать мучить, они начинают хрипеть, но не пищать. Они пищат, когда... друг с другом дерутся. А насчет мучить? Ну да, в детстве. Ей был такой грешок. Не то чтоб я там, конечно, мучил. Но так, конечно, доставалось иногда. Крысе. Дети вообще все жестокие твари. А
Они же дети. Это вообще бесы во плоти. О, она еще и летать умеет, блин. Так, ну и куда она меня ведет, такая умная? И тут порисовал, и там порисовал. И везде. Кисти. Так, наверх? Да нет, вроде. Не подпрыгнуть, ничего. И бутылки опять везде. А, замок. Нормально. Будем искать номер, значит. Наверное. А вот и номер здесь вот где-то. Кэддократ. Черный. 2,6 черные. Док синие. Это 4,7. А ред красные. По-моему, только девятка. Или может тройка еще такая какая-то. Около красная, фиолетовая. Ну так что, прибавлять, отнимать? Непонятно. Вот это головоломочка. Наверное. Так, первая попытка выйти наружу. 8, 1, 9. Ой. 8, 1. Да ёп! Какого хрена переставляет? Какого хрена? 8, 1, 9. Не работает. Ладно. Так. Значит, cat это 3, 4, 1. Док это 2, 5, 9. Судя по ниточкам. Red это 6, 7, 8. Сейчас попробуем какой-нибудь из вариантов. Ну, скорее всего, тут надо складывать, что-то вычитать, наверное. Или отнимать, там непонятно пока что. 3, 4, 1. Блин. Так, 3. 4. 1. Не работает. Ну, значит, остальные тоже не сработают. Тут что-то нужно отнимать. 2, 5, 9. 2. 5. О! Открылось. Это открылось, значит, собака. Собака. Ну, да, это она же нарисована, типа вот... Нарисована собака. Вообще-то бегала крыса. И мне показалось, что если это... Если ничего здесь не складывать, не отнимать, скорее всего, будет крыса. Потому что она же меня сюда привела. Но... Нарисована собака. Поэтому сработали те цифры, которые ведут ниточками от слова «док». От букв, от трех букв ток. Сработало. Так. Ой. Вообще заперто. Все равно. Все равно все заперто. Ха-ха-ха, нормально.
Бочка винища. Ну и что дальше? Наверх никак, на лестницу. Не. Не забирается, а с этой стороны. С этой стороны даже лесенок нету, это односторонняя лестница. Так. Да. Замок отпер и не выйти все равно. Может, нет, здесь нет. Ой, а это что такое? Что-то бесполезное, к сожалению. Какой-то медальон. Ну ладно, тогда пока пауза, пока я парюсь, пауза. А нет, не пауза. Вот это самое. Зря я паузу нажимал, сразу же догадался на самом деле. Вот. Такая же защелка, как и с этой стороны была. Ну, хоть какая-то головоломочка, блин, случилась. Не пройти. Да. Семейный такой. Ужастик. Опять запрут меня сейчас здесь. Нет. По лестнице наверх все равно никак. Что-то новенькое появилось? Нет, ничего. Не появилось. Значит, там сейчас что-то изменится. Точно. Изменился коридор. Куда снача? Давай сюда снача. Эй! Да, крыска вон блестит глазами. Погоди меня там, крысятинка. Сейчас я тут немножко еще направо схожу. Что-то он хромает, по-моему, да? Здесь... Ой, закрыли меня. Блин, я же за крысой хотел пойти. Судя по воцарившейся в доме тишине, он в конце концов уснул. Но не вечным, по-моему, сном. Имеется в виду. Явно в компании пустых бутылок и кусков холста, его неизменных спутников. Каждый раз, когда это происходит, я молюсь, чтобы этот раз стал последним. Молюсь неистово, страстно. Отче наш, пусть он пробьет себе голову и оттуда вылезет вся гниль. Пусть порежет стеклом запястье и польется красная желчь. Пусть захлебнется собственной блевотиной. Может, тогда мы все обретем покой. Если ты этого не сделаешь, однажды я наберусь смелости, спущусь вниз и сама положу ко всему конец. Ты знаешь, что останавливает меня вовсе не трусость. Аминь-то. Ничего, такая молитва смиренная. Вниз она спустится. Так, здесь все открыто, все, значит, да. Значит, нужно было все-таки за крыской, наверное, сходить. Хотя, может, так оно и короче. Они ползают по полу, мышеловки в полу, они обгладывают мою ногу, боюсь ходить. Да уж прямо, конечно, обгладывают.
Никогда крысы так не делают. Хотя, если какие-нибудь такие звери с кошку ростом. Что еще здесь внутри стен можно найти интересно? Ничего. К сожалению. А это что? Это коробка с сигарами. Портреты бесполезные. Вешалка тоже бесполезная. Шкаф тоже бесполезный. Женские, причем тут вещи. По-моему, да? Сапоги-то женские стоят, а вот рубашки, по-моему, мужские. Да что ты говоришь? Плохо закрыл. Плохо закрыл. Глобус-то правильно здесь вообще? Да, глобус правильный вроде. Ничего полезного здесь. Бесполезное все. Нет, не все. Привет, прошу прощения за долгое молчание. Был загружен работой. Должен сказать, твое последнее письмо весьма настораживает. Если не сказать больше, не могу поверить, что она собиралась сжечь твои старые картины. Зачем? Ведь в частности, дама в черном. Твой подарок ей, разве не так? Если честно, не знаю, что сказать, но ты должен немедленно обратиться за помощью к профессионалам. Они скажут, что делать. После всего произошедшего это должно пойти вам на пользу. Нет нужды говорить, что покупатель был огорчен новостями. Новые картины продаются хуже, чем старые. В любом случае, я продолжу искать покупателей. Главное, держись и сосредоточься на работе. Я знаю, ты не исчерпал свой талант. Я верю в тебя, твой друг и агент Томас Клайнвилл. Исчерпал. Исчерпал. Это ответ. Походу мыл. Да? Ну ты сначала с бухлом завяжи, а потом отвечай на этот вопрос. Попробуй ответить на этот вопрос еще раз. Так, если здесь все, то мне туда, наверное. А все равно, по-моему.
сейчас оно тут немножко поварится. Посмотрим, что из этого получится. Обморок получился. Получился обморок. Ты все уже проверил. Сундучок, сундучок, до которого не дойти. Напрямик. О, намордник. Дрянная собачонка, никак не заткнешься. Эй, я тоже так могу. Видишь? А ты умеешь, ты умеешь рисовать? Нет? Ну да ладно. Я, наверное, тоже не умею. Намордник, ничего себе намордничек, не слабый такой. Намордище. Короче, собаку он. Убил. Как минимум. Так, это место, где дверь цепями. Но раньше здесь было посветлее. Ой-ой-ой. Говнище какое-то с потолка. Они ползают по холсту, масса из пульсирующей шерсти, яд в краску, огонь, окончательное решение. Огонь, окончательное решение. Вот нашел бумажку, которая в конце концов повиснет. О, все-таки какой-то отсвет, прям аура такая. Так, а на холст не посмотреть, да? Не перевернуть. Ну ладно, тогда... Тогда сюда. Бесполезный книжный шкаф. Здрасте. Здрасте. Что происходит тут у вас? А что, если бы вот такое вот на выставке где-нибудь увидеть, это можно было бы действительно так оценить. Попробуй такую еще создай инсталляцию. Так, дверь на замочек, да, уже? Да. Хорошо. Не оглядывайся. Ну ладно. Не буду. А то вдруг... Респаун. Так, только что висело. Ой!
там, что кто-то был закован какими-то сексуальными извращениями. Так, кому-то, по-моему, от этого не очень хорошо становится. Так, небольшая головоломочка. Все, больше не активно. Больше не активна эта цепочка. Да не прикидывайся, я ж тебе говорю, крысы не пищат. Так. Ты где, тетя? И зачем лампу неактивной сделала? Надо было ее не отрубать все-таки. Ну дайте пройти-то. Какой-то карлик непонятный. Коробочка бесполезная. Статуя бесполезная. Вот это что? Это тоже бесполезное. Часы бесполезные, на них уже другое время. Замочек. Замочек, однако. Ну, хоть лампочку-то... Блин... Дали бы. А, вот. Ха-ха-ха-ха. Ну, вообще темнота просто. Вообще абсолютная темнота. Только аура собственная. Во, блин, а. Так, лампа где-то справа. Была. Может, она заработает сейчас? А, вообще темнота, слышь. О! Я уж думал на паузу нажимать. Ну, это вроде та же комната, да? О, и лампа заработала. Трубка. Ящички не открываются никакие. И это очень странно. Сапоги. Причем женские.
Рядом с бутылками. Мужскими. Хотя, не факт. Загорелся огонек, статуя встала на место. Картина тоже с карликом. Шкатулка осталась бесполезной. Пошли тогда, если открыто. Открыто. Попугались немножко. Эй. Так, все равно сначала влево повернул. О! Поехали. В подвал. А может и пути нет. Еще я вспоминаю, конечно, Dishonored. Игру. Ее тоже такими живут комнатками и домами. Надо будет ее переиграть, конечно. Хикори, дикори, док, мышь на будильник, скок, будильник, бум-бум, мышка, бегом, хикори, дикори, док. Так, ладно. Это все? Мышь на будильник? Скок. Будильник в дребезги. Хлоп. Все, бесполезные ящики пошли опять. Абсолютно бесполезные. На столе ничего. Сундук я проверил. За сундуком что? В любом случае не дойти. Ладно, еще раз сундук. Нет, все. С этой комнаты все. Хикори-гикори или как там? Не, хикори-хикори, док. Я смело зашел. И даже дверь за собой закрыл. А она не закрывается. Я смело зашел в такую вот какую-то хрень. Темно-красная. А там ничего. Обломчик. Ты кто? Ты у меня кто? А ты? Опять обморок случился с героем. Все как обычно здесь.
Ну, здесь, по крайней мере, светло. Пока. Бесполезный шкаф. Ничего вообще. Вообще ничего. Это тоже курительная комната, вот этого вряд ли, вот та, действительно. Это такая деловая, как бы, комната. Агента того, наверное. Невидимый телефон. Невидимый телефон звонит. Лампы. Включим, камин зажжем. Нет? Не зажечь камин. Тоже не самая уродская картина в этом доме. Мобильник где-то звонит. Некоторые картины не поддаются описанию, а уж тем более критике. Если вы желаете их понять, вам просто необходимо знать основные сведения о сюжете. Одна из таких картин – «Детское лицо». Она влечет к себе десятки тысяч бездарных энтузиастов и воскресных поклонников абстракции. Бредовая. Весь абзац бредовый. Десятки тысяч. Картина влечет к себе десятки тысяч. Такое быть не может. И воскресные поклонники абстракции. Бредовое абсолютное словосочетание. На самом же деле она похожа на результат недельного марафона неопытного художника. Марафоны по бутылкам. Запертого в темном подвале. Если отбросить никудышное исполнение, картина отличается ужасным непонятно чем. Не перелистывается ничего. Не перелистывается. Ну, хоть один ящик полезным оказался. Ой, крыса. Крыса там была. Куча медалей. За что? А тут вообще непонятно что. Какое-то месиво черное. Мобильник звонит где-то. Никого нет дома. О! Вот они. Бутылочки-то, как без них. Ничего не берется. Бумажки тоже не берутся. По-моему, в этом кабинете я находил рисунки-то с красной шапочкой и серым волком. Вернее, даже черным волком. Блин, ну здесь все. Телефон непонятно где звонит. По лестнице наверх. Подняться можно, нет? Нет. Нельзя. Книжные шкафы бесполезные. Фух, да. Замочек. Значит, здесь еще не все. Так, 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 так. Это что это? Факс.
Так, это что ли? Это просто какие-то... медальончики. Так, ну что, я не знаю, надо на паузу тогда нажимать. Чтобы слишком долго-то... Нет, нет, все здесь бесполезно. Ну вот, например, Сибирь, это, конечно, далеко не самое сложное. Там акцент на романтике, на красивых картинках. На красивых локациях. Нет. Больше у меня вариантов не осталось. О, 3, 6, 3. Это куда? 3, 6, 3, это куда? Это куда 3, 6, 3? Непонятно. Ладно. Тогда пауза. Что-то нашел. Пришлось наушники надеть, чтобы... Ну, наконец-то. Наконец-то заработал книжный шкаф. Хоть один. Поговори со мной. Почему ты со мной не разговариваешь? 3, 6, 3. Шесть. Три. Ха. В другом месте зазвонил. Три, шесть, три, так и осталось. Придется опять наушники надеть. На слух нашел я телефон-то. Теперь справа где-то звонит. Хотя не факт. Ой, законопатели. Проход. Здесь телефон уже все. Так, что-то здесь. Не открывается. Сначала одна дверь, потом другая.
Он все равно бесполезный, этот шкаф. Так. В наушниках. Звонит где-то здесь. Может, все-таки на лестнице надо подняться? Не. Красота. Рояльчик там такой красуется. Ну вот разве сделаешь так мышкой? Не сделаешь никак. Теперь дверь открывается? Не. Три, шесть, три, как и было. Может, это он звонит опять? А, понятно. Я все-таки надеялся, что там будет второй телефон. А, вот он и будет где-то здесь. Ну что, смело прыгаем. Смело прыгаем. Где-то здесь звонит. Нашел. Ты обещал. Три, шесть, три. Подожди, здесь тогда другой номер должен быть. Не работает. Надо другой номер искать. Красота. Вообще. Красотища. Ну что, прыгаем? Ничего, живой, нормально. Да, красота. Старинная. Вернулся. И лампочка на столе появилась, не было. А теперь что здесь интересного? Ничего. Так, а телефон? Открывайся. Ну, это, я надеюсь, не заново все.
Иначе я что-то пропустил. Нет, не заново. Хотя... Ну... Надо прыгать. Надо прыгать. Так. Все-таки заново все, да? Все-таки что-то я пропустил. Карлик. Косолапый. В тумбочке не высовывается ничего. Да. Что-то я пропустил, значит. Раз возвращаюсь. Может, сейчас заработает лестница? Нет. Не работает. Ну, остается одно, заново проверить. Стол. О, опять крыса. Может быть, она что-то значит? Ничего нового не появляется. За стул не с... На стул не сесть, за стол не сесть. Да, что-то я пропускаю, непонятно что. Может... Нужно зацепиться за эту люстру как-то. Нет. Здесь точно ничего. Та же книжка упала.
Кран бесполезный. Да. Ну ладно, чё, надо на паузу нажимать тогда. И искать выход. Я опять тут, и если я опять свалюсь, то я не знаю уже. Как-то не хочется несколько часов подряд топтаться на одном месте. О! О! Надо же. А, так это самое. Ты обещал. Это все опять заново, да? Блин. Три. Шесть. Три. Не работает. Может, где-то есть здесь номер? О! А там номер. Может, надо опять упасть? Или может здесь где-то номер? Блин, вообще. Зоопарк, конечно. Не работает. Но это тот же кабинет. Это тот же кабинет. Может, здесь номер где-то спрятан? Написан на стене? Нет. Ладно, надо падать. То же самое, да? Да, ну ладно. Примерно как в первый раз с телефоном. Только немножко тут, конечно, как-то по-другому решается. Ну ладно. Фу, короче, тут какой-то другой номер. Надо его искать. Так, чтобы не свалиться еще. Так, этот шкаф уже падал 100 раз. И, походу, он вот так и будет падать. О! О! Восемь, пять, три, блин. Это ж надо, блин. Не, ну так его и хрен заметишь. Я ж смотрел вниз. Я смотрел уже вниз, не первый раз, но
Эти циферки, конечно, это они такие же, как рисуют на сайтах, типа, введите, если вы не бот. Вот, примерно так же они и выглядят. То есть, чтобы они не могли автоматом отсканироваться, и уродливо их как... специально их уродуют. Так, 853, да? Так, 8, 5. Эй, да отпусти ты. 3. Ну вот. Поднимаем трубочку. Не поднимается. 853. Ну падай давай. Теперь что? Телефон исчез. Нет, звонит где-то справа. Собака. Зараза. Алло. Это ничего не меняет. Так никогда не было и никогда не будет. Что ничего не меняет и что никогда не было и не будет. Открывайся ж ты. Ёкарный-то. Наушники опять надевать. Вдруг зазвонит опять же. Непонятно где. Красота. Красота. Здесь все. Надо прыгать. Надо прыгать, я думаю. 853. Уже набран этот был номер. В картину не войти. Опять все заново, что ли? Я спрыгнул, что ли? Сейчас войду в кабинет и посмотрю. Если кабинет тот же, то значит на паузу. Да. Хорошо, пауза и на старое место. А нет. По новой. Уже по-другому. Нет, то же самое. 853. Вон он, телефон-то. Так и я как бы там. То есть это зеркальное такое. Дверь дурацкая. Так. Может не надо брать трубку здесь? Дебильная дверь. И там звонит, и здесь звонит. Может что-нибудь упадет? О! Три.
Там тоже какой-то номер. Ну-ка, если приблизить. 3, 6, 4. Три, шесть, четыре. Только как туда попасть? К тому телефону. Давай, падай. Он упал и с ним ничего не сделает, да? Да. Дебильная дверь. Вот, 3. 3, 5, 4. Мне показалось, что 3, 6, 4. 3, 5, 4. Ну и как туда теперь добраться? А, не надо добираться. 3, 3, 5, 4. 3, 5, 4. Что, ничего? Чего? Ура! Так, убедюсь еще раз, что телефон не активен больше. А туда уже все, не зайти. Значит, все в порядке. Ой. Обломчик. А может и нет. Вроде бы даже и нет. Так, теперь для этого телефона номер. С мясом вырвано уже здесь все. Сначала поднять трубку. Ты это заслужил. Все это. Телефон расплавился. Чего-то не хватает. Нужны финальные штрихи. Палец. Мне нужен был палец. Отрезал проще, чем много уснул, чуть не спилил. Получится ли у меня? Ничего не понятно. И палец не крутится. Такой, блин, тоже лакированный чересчур. Палец перестарались немножко. Дизигнера. Так, палец я забираю. Он, ну что, и несу тогда его туда, в мастерскую, да? Ложу на полочку. Да, и конец. Он сам, по-моему, положится. После того, как я тут свежие слои страха нанесу на этот холст. Ну! С Богом! Нет, не та страшная картина появляется. Уже более-менее что-то такое приличное.
появляется. Ну что, это был конец очередной серии. Осталась, наверное, одна, раз тут ящичек один остался. Ладно, хорошо. Здесь я обрываю. И уже, наверное, допройду эту игру. В общем-то, можно сказать, что за день она прошлась.